Неприятно, когда боковое зеркало заднего вида отваливается. Еще более неприятно, когда не знаешь, чем его приклеить обратно. Для решения этой задачи нам понадобится спецкомплект. Вырезаем скотч по контуру зеркала. На чистые обезжиренные поверхности наносим праймер Rolin 153F, который мгновенно испаряется, оставляя клеевую пленку. Затем наносим скотч на зеркало и тщательно разглаживаем. Снимаем второй защитный лайнер и приклеиваем к рамке с подогревом. Для удобства ее желательно снять с поворотного механизма, но у нас нет на это времени. Тщательно придавливаем по всей площади. Чтобы зеркало встало ровно, подложите бумагу или толстые кусочки скотча. Готово! Проверяем, чтобы зеркало не цеплялось, и оставляем на час в тепле. Подробную инструкцию по нанесению смотрите на нашем канале. Купить комплект можно в группе ВКонтакте, где указаны цены и точки продаж. Все ссылки в описании.